Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на нашем с вами любимом канале Рукоделие ТВ. И сегодня мы с вами будем делать вот такую вот интересную тыковку. Наш мастер-класс будет состоять из трех частей. В первой части мы с вами научимся делать нижнюю часть нашей тыковки, в второй части мы будем делать центральную ее часть, и в третьей мы будем заканчивать нашу тыковку. Я уверена, такое украшение, такой брелочек поднимет настроение большинству моих зрителей. Итак, друзья мои, я приглашаю вас на просмотр материала, который будет необходим для данного мастер-класса, и на сам мастер-класс непосредственно. Пройдемте. Друзья мои, автор идеи данного мастер-класса Марина Зеваева. Ссылочку на ее фото мастер-класс я вам оставлю под видео. Итак, давайте посмотрим, какие материалы мы будем использовать в данном мастер-классе. Весь секрет, почему наша тыковка получается вот такой вот интересной, нестандартной, не однообразной, в том, что мы будем использовать бисер двух размеров. Я буду использовать бисер 10 и 11 размера. Итак, бисер 11 размера в моем случае будет желтый и зеленый. Бисер 10 размера, вот такой вот светло-оранжевый и черный. Это плетение я буду делать на ниточке Титан 100. Она есть в совершенно разных намотках, намотка никакого значения не имеет. Эта ниточка очень прочная и синтетическая, что в принципе очень хорошо для изделий в таком стиле. Итак, еще нам необходимо будет вот эта вот подвесочка, за которую мы будем цеплять нашу тыковку, и какой-то наполнитель. Можно использовать целлофановые пакетики, можно использовать вату, можно использовать любые синтетические наполнители. Это уже на ваше усмотрение. Итак, давайте приступать к самому мастер-классу. Итак, друзья, для начала работы нам необходимо совершить первый набор. Первый набор у нас состоит из 6 бисеринок желтого цвета 11 размера. Подтягиваем их ближе к окончанию ниточки и начинаем нашу работу. Проходим иголочкой по направлению снизу вверх через все 6 бисеринок. Подтягиваем. Затем завязываем на узелочек. Раз, два, три, 4, 5. Больше не рекомендую. 4-5 это самое то, что нужно. Затем вот этот край ниточки мы обрезаем, он нам больше не нужен, и приступаем уже к полноценной работе над нашим украшением. Итак, проходим иголочкой через первую бисеринку, которая у нас после узелочка. После чего набираем одну бисеринку и проходим через следующую. Подтягиваем. Снова набираем одну бисеринку. Проходим через следующую. Снова одна бисеринка. Проходим через следующую. Опять одна бисеринка. Проходим через следующую. Снова одна бисеринка. Проходим через следующую. И последняя бисеринка в этом ряду. Набираем и проходим иголочкой через ту бисеринку, с которой ряд начинался, а также первую бисеринку, идущую после нее. Подтягиваем. Затем смотрим, что у нас с вами получилось. Приступаем к работе над следующим рядом. Набираем 2 бисеринки одновременно на иголочку и проходим через следующую бисеринку, которая торчит. Вот она. Снова набираем 2 бисеринки одновременно и проходим через следующую, которая торчит. Опять у нас 2 бисеринки одновременно, проходим через следующую, которая у нас торчит. Подтягиваем. Снова набираем 2, проходим через следующую.
Опять набираем 2 бисеринки, проходим через следующую, которая торчит, подтягиваем. И последний раз в этом ряду набираем 2 бисеринки, проходим иголочкой через следующую, которая торчит, и первую бисеринку, идущую после нее. Подтягиваем. Набираем теперь в этом ряду все бисеринки, у нас идет весь набор по одному. Набираем одну бисеринку, проходим иголочкой через вторую бисеринку пары. Подтягиваем. Снова набираем одну бисеринку. Я поверну вот так. Проходим иголочкой через следующую. Она у нас первая бисеринка следующей пары. Подтягиваем. Снова одна бисеринка. Проходим иголочкой через вторую бисеринку пары. Опять одна бисеринка. Проходим через первую бисеринку следующей пары. Подтягиваем. Снова одна бисеринка, проходим иголочкой через вторую бисеринку той же пары. Опять одна бисеринка, проходим через первую бисеринку следующей пары. Итак, мы с вами, друзья, проходим до конца ряда, после чего следующий ряд делаем снова вместе. Дошли мы с вами до конца ряда, последний раз в этом ряду набрали одну желтую бисеринку и проходим иголочкой через ту бисеринку, с которой наш ряд начинался, а также через первую бисеринку, идущую сразу же после нее. Вот так вот. Подтягиваем. Затем этот ряд у нас снова идет по одной бисеринке. Набираем одну бисеринку, проходим иголочкой через следующую, которая торчит. Снова набираем одну бисеринку, проходим иголочкой через следующую, которая торчит. Опять одна бисеринка. Проходим через следующую, которая торчит. Снова одна бисеринка. Проходим через следующую. Итак, мы продолжаем до конца ряда. Следующий снова делаем вместе. Дошли мы с вами до конца ряда. Последний раз в этом ряду набрали одну желтую бисеринку и проходим иголочкой через ту бисеринку, с которой начинался ряд, и через бисеринку, которая идет сразу же после нее. Подтягиваем. Затем набираем одну бисеринку и проходим иголочкой через следующую, которая торчит. После чего набираем одновременно на иголочку 2 бисеринки и проходим через следующую, которая торчит. Подтягиваем. Затем 1 бисеринка. Проходим через следующую. Дальше 2 бисеринки. Одновременно набранные на иголочку, проходим через следующую, которая торчит. Вот так вот, чередуя 1-2, 1-2, мы с вами продолжаем до конца ряда. И следующий опять же делаем вместе. Дошли мы с вами снова до конца ряда. Последний раз в этом ряду набрали 2 желтые бисеринки. Проходим иголочкой через ту бисеринку, с которой начинался ряд, и первую бисеринку, которую мы с вами набирали. Подтягиваем. Вот что у нас с вами, друзья, получается. Затем этот ряд идет по одной бисеринке. То есть набираем одну бисеринку, проходим иголочкой через первую бисеринку с набора по 2 с этой пары. Затем снова одна бисеринка, проходим иголочкой через вторую бисеринку пары. Снова одна бисеринка, проходим через вот эту одну бисеринку. Снова одна бисеринка, проходим через первую бисеринку пары. Одна. Проходим через вторую бисеринку пары.
Снова одна бисеринка. Проходим через вот эту одну. Подтягиваем. Так мы с вами продолжаем до конца этого ряда. И следующий снова делаем вместе. Итак, друзья, вот мы с вами снова дошли до конца ряда, направили одну бисеринку желтую, последнюю в этом ряду, и проходим иголочкой через ту бисеринку, с которой ряд начинался, и первую, идущую после нее, подтягиваем. Затем следующий ряд у нас идет опять по одной бисеринке, то есть мы набираем одну, проходим через следующую, которая торчит. Снова набираем одну. Проходим через следующую, которая торчит. Опять одна бисеринка. Проходим через следующую. Снова одна бисеринка. Проходим через следующую, которая торчит. И так мы с вами, друзья, продолжаем до конца ряда. И следующий снова делаем вместе. Дошли мы с вами до конца ряда, последний раз в этом ряду набрали одну желтую бисеринку, проходим иголочкой через ту бисеринку, с которой ряд начинался, и первую, идущую после нее, подтягиваем. Затем набираем две бисеринки желтых, проходим через следующую, которая торчит, подтягиваем. Затем одна желтая. Проходим через следующую желтую, которая торчит. Снова одна желтая. Проходим через следующую, которая торчит. Дальше одна бисеринка, точнее две бисеринки желтые. Проходим через следующую, которая торчит. У нас идет чередование. Две бисеринки, затем два раза по одной, затем снова две. Сейчас одна. Проходим через следующую, снова одна, проходим через следующую, затем две бисеринки, одновременно набранные на иголочку, проходим через следующую, которая торчит. Далее опять два раза по одной, затем две. Так мы продолжаем до конца ряда и следующий снова делаем вместе. Итак, друзья, снова мы с вами дошли до конца ряда, набрали последний раз в этом ряду одну желтую бисеринку и проходим иголочкой через первую бисеринку, с которой у нас начинался ряд, и первую бисеринку с пары, которую мы набирали. Подтягиваем. Затем этот весь ряд идет по одной бисеринке. Проходим иголочкой через вторую бисеринку пары, после того, как набрали одну желтую. Затем снова набираем одну желтую, проходим через следующую бисеринку пары. Снова одна желтая, проходим, точнее тут не через бисеринку пары, а через одну. Потом опять набираем одну бисеринку, проходим снова через одну. Опять набираем одну бисеринку, проходим через первую бисеринку пары. Снова одна бисеринка, проходим через вторую бисеринку пары, подтягиваем. Одна бисеринка, проходим через одну. Одна бисеринка, проходим через одну. Снова одна бисеринка, проходим через первую бисеринку пары. Подтягиваем. Снова одна бисеринка, проходим через вторую бисеринку пары. Подтягиваем. И так мы с вами по одной продолжаем до конца ряда. И следующий ряд опять же делаем вместе. Дошли мы с вами, друзья, снова до конца ряда, набрали последний раз в этом ряду одну желтую бисеринку и проходим иголочкой через ту бисеринку, с которой ряд начинался, и первую бисеринку, идущую после нее, подтягиваем. Затем этот ряд у нас снова идет по одной бисеринке, то есть мы набираем одну, проходим через следующую, которая торчит. Снова набираем одну, проходим через следующую, которая торчит. Опять набираем одну и проходим снова через следующую, которая торчит. И так мы с вами продолжаем до конца этого ряда. И следующий опять же делаем вместе.
Итак, друзья мои, мы снова дошли до конца ряда, набираем последний раз в этом ряду одну желтую бисеринку и проходим через ту бисеринку, с которой ряд начинался, и первую бисеринку, идущую после нее. После чего набираем одну светло-оранжевую бисеринку, я ее буду просто называть оранжевой, которая у нас больше по размеру. Проходим иголочкой через следующую бисеринку, которая торчит. Затем одна бисеринка желтая, проходим через желтую. Снова одна бисеринка желтая, проходим через желтую. Дальше одна бисеринка оранжевая, проходим через следующую желтую. Снова одна желтая, проходим через следующую. Опять одна желтая. Проходим через следующую. Одна оранжевая. Проходим через следующую желтую. Итак, друзья мои, мы с вами, чередуя 1, 2, 1, 2, продолжаем до конца этого ряда. Дошли до конца ряда, набрали последний раз в этом ряду одну бисеринку желтую. Проходим иголочкой через ту бисеринку, с которой начинался ряд, и первую оранжевую бисеринку. Вот, друзья, такое донышко у нас с вами должно получиться. На этом работа над первой частью нашего мастер-класса будет завершена. И я приглашаю вас на просмотр второй части. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить колокольчик, чтобы не пропустить новые мастер-классы, а также добавляться в наше сообщество в соцсетях. Ссылки вы найдете под видео. Пока-пока!